Спасибо огромное, что пришли. У меня болит горло, поэтому я не уверена, что задние ряды слышат меня. Вы слышите меня? Хорошо, я постараюсь, короче, выжать максимум, но если вдруг будет не слышно, сигнализируйте. Thank you for coming, and I'm really sorry, I have a pain in my throat, so I'm not sure that I'm gonna be loud enough, so if you will not hear me, just make me sign. Я гей. Не такой, чтобы орать об этом. Даже жена не знает. У меня четвертый ребенок на подходе. У меня много родственников, и никто не знает, что я гей. Я живу обычной жизнью, но если у меня будет возможность встретиться с кем-то, я не буду, конечно же, отказываться. Мне это необходимо. Я не думаю, что это моя вина. Может, природа, а может, болезнь. У нас в республике никто не ходит с пирсингом, с длинными волосами и так далее. Никак не показывают люди свою ориентацию. Ты по мне скажешь, что я гей? Так же и там ходят. У многих семьи. У всех семьи фактически. У нас такие вещи не разглашаются. Чтобы поставить свою фотку на сайте знакомств, такого нет. Никто не знает имен друг друга, где кто работает, где кто живет. У всех клички, и людям это сложности создает. Они ищут мусу, а на самом деле ты Саид. Я работал, и работал хорошо, на жизнь хватало, уверенно себя чувствовал. Был друг, тоже гей. Мы с ним редко виделись, совсем редко. И у нас был общий знакомый. Не знаю, какие между ними были отношения, я их обоих знал. Люди видели, что они ко мне подходили, что мы разговаривали. И потом этот наш общий знакомый познакомил меня со своим родственником. А потом этого родственника поймали на чем-то и, видимо, в телефоне лазали. По этим контактам они поняли, что он нетрадиционной ориентации. Так они по цепочке на меня и вышли. Полицейский мне позвонил. «Где ты? Быстренько одевайся, я сейчас подъеду». Я сразу телефон на полку убрал, взял другой, где контактов не было. Вышел, они уже у двери были. В машине согнули, чтобы не видели, куда едем. Сразу до меня дошло, что именно за это меня взяли. Они в телефоне порыскали, ничего не нашли. Повели в подвал. Там двери вот такой толщины, сырость. Очень было тяжко. Там уже был этот мальчик, родственник того человека. А его самого отпустили за то, что сдал нас. Первые несколько часов били. У меня здесь была сильная гематома, ребра сломали. Потом ток. Специальная катушка такая, прищепки железные на уши или на руки. И начинали. Я выдерживал. Морально куда больнее. Говорят, что ножом ударишь, рана заживает, а если словом – никогда. Психику мне разрушили. Они искали моего друга, не могли найти его номер. Я говорил, что знаю всех как знакомых, как соседей, что у меня своя семья. Я говорю, если я гей, привезите человека, который скажет, что он был со мной. Я поклянусь, что это неправда. И я бы поклялся. Тот парень, которого вместе со мной забрали, спортсмен, красавчик, такой хороший парень, тоже не сдался, только очень сильно орал. Я уже ему кричу, ты хоть придумай, расскажи им. Ему очень больно было. Там подвал такой, много комнат. Ты слышишь все, но не видишь. Мы там неделю провели. Не кормили нас вообще, просто голодом морили. Ни еды, ни воды, молиться разрешали. Идешь в туалет, там омовение совершаешь и быстро пьешь. В Грозном есть один парень в теме. Он среди геев славится как икона стиля. Одевается всегда красиво. И, естественно, натуралы, которые его видят, догадываются, но точно не знают. И этот военный, который меня допрашивал, он давно, видимо, на него справки наводил. Но доказательств не было. И нашли его, привели.
Меня допрашивают, и тут его заводят. Ты его знаешь? Хорошо, что мы увидели друг друга вообще. Я говорю, не знаю. И этот парень услышал и понял, что я ничего не сказал на него. И он тоже сказал, что меня не знает. Они начали ему врать. Он про тебя говорит, что ты такой. А он отвечает, да откуда, я его не знаю, какой он мне друг. И к нему больше не докопаться. И его отпустили. Сейчас за границей находится. Всем повезло, что он успел уехать. У него нет детей, он живет своей жизнью. И таких пыток он бы не выдержал. За то время, что нас там держали, они нашли таки адрес моего друга. Пришли к нему домой, а родители сказали, что он в Ростов уехал. А сами ему позвонили. Он сразу продал недвижимость за полцены и улетел за границу. Нас это спасло. Вскоре нас отпустили. Мне они сказали, чтобы я не уезжал, чтобы в любое время был доступен для них. Никому ни слова, остаешься дома, чтобы в любое время был на связи. А мы с семьей как раз переехать собирались. И, конечно, я как вышел, переехали. Я начал работать, жить обычной жизнью. Потихоньку все улаживалось, утихомиривалось. Только я весь посидел, меня даже люди не узнавали на улице. У меня такие родственники. Если бы что, они бы даже не дали меня убить. Они бы сами меня убили. Такого позора они на себе не терпели бы. Они знали, что меня задержали, но не знали за что. Спрашивали того полицейского, он тоже. Мне сказали привезти, я ничего не знаю. Родственники причитали, он же не курит, не пьет, не дебоширит, ничего не делает. А один полицейский сказал, дошли слухи, что гей. Ну как гей, у него семья, он не может. Но больше особо не искали. Раз такое дело, будем ждать. Я пришел домой, говорю. Они искали одного человека, а он мой знакомый, через меня хотели его найти. Потом один родственник отвел меня в сторону и говорит. Был на тебя такой слух, я чуть со стыда не умер. Я, неправда, какой я гей, ты меня знаешь прекрасно, это все брехня. И тут как раз пошла волна. Как получилось? У нас в республике появилась такая мания. Ну как мания? Запретили водку пить. Алкоголь практически невозможно купить. В 2-3 местах максимум в течение нескольких часов. Все перешли на таблетки. Лирики, тропики, психотропные. Многие на это подсели. И одного парня из этих таблеток взяли. Забрали, конечно, телефон поковыряться. О, Хорнет! Фотки обнаружились. По этой цепочке начали всех забирать. Такое горе получилось с этой случайности. В Цоцин-Юрте держали людей в старом полку, около моста. Я знаю точно. Мой родственник работает там же. Не знает, что я в теме. Звонит и говорит, что делаешь? Блять, прикинь, сколько у нас геев в Чечне. Я говорю, да какие геи в Чечне? Сколько у нас геев, оказывается? 200 человек привезли. Даже такого-то привезли. Это наша знаменитость. Я говорю, да не может быть. Да, привезли, отвечаю. Нам дали полномочия вылавливать. Спрашиваю, зачем? Чтоб их опозорить. Вызывают ихних родственников, включают камеру. Ну и ваш человек такой, принимайте какие-то меры для него. Мы сделаем или вы сделаете. Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше. А снимают, чтобы доказательство, наверное, было. Тогда забрали одного человека, которого я знал. Его отпустили домой. Он сам умер дома на второй день. Я знаю имена тех, кого убили родственники. Еще один парень, он то ли из Польши, то ли из Германии. Он мог свободно приехать, уехать. Позитивный чувак. Приехал в республику, и его тоже поймали. Его держали 40 дней. Когда он вышел, у него ноги были черного цвета. Почему я убежала оттуда? Позвонила бывшая соседка. Приехали военные, стучали, искали меня. Она им соврала, что не знает, куда мы переехали. И в тот же день моего знакомого взяли.
Отпустили почти сразу. Искали не его. Но он слышал, они между собой сказали мое имя. Теперь за таким-то поехали. Он мне позвонил. Спрячься, исчезни, за тобой идут. Я испугался, начал бегать то к одним знакомым, то к другим, метался. Не верил никому. Только друг меня уговорил, что есть такая помощь. Хотя я от других людей тоже про это слышал, но не верил. Все продается, а у меня семья. Не ради себя, ради семьи мне надо жить. Дети есть, я не могу рисковать. Но я послушался, доверился другу, и вот я здесь нахожусь. Мои родители не знают, где я. Я даже жене своей не сказал. Я ей соврал, что мне знакомый предложил работу. Она мне: если там так хорошо, езжай. Я только начал приходить в себя. Глицин пью, таблетки всякие. Бог с ним, Билли. Я ничего не говорю. Но морально... Они меня морально убили там. Если бы не было грехом повеситься, я бы уже повесился. Я сплю и от страха вскакиваю. Я выхожу на улицу, мне постоянно кажется, что за мной следят. Я боюсь телефона. Машина останавливается, я шарахаюсь от нее. Я даже в Москве не хочу жить. Они везде. Назад у меня шага нету. Я сейчас еду неизвестно куда. Я не знаю, что со мной будет. Я знаю одно. Если я перееду, я устроюсь и заберу свою семью. И не то, что мои дети, мои даже внуки в Чечню не поедут. Пока я живой, я не дам туда уехать. Я за них боюсь. Я знаю, насколько мои дети привязаны. Моя дочка спать не ложится, когда меня нет рядом. Она плачет, понимаете? И я не могу сейчас домой поехать. За что мне это? Я хочу жить спокойной жизнью, как все люди. Работать, пить, есть, платить налоги. Я никого не ущемлял, ни у кого ничего не просил. Всю жизнь работаю. От меня только польза была. А то, что я гей, я не виноват. Я не устраиваю гей-парады против их желаний. И если человек попал в эту ситуацию, я думаю, не надо его убивать. Не надо его афишировать. Надо помочь как-то. Может, в больницу положить. Может быть, лечение есть. Или смириться нужно. Я немножко расскажу про то, как я брала это интервью. So I will just tell a little bit how, about how I conducted the interview. Моя коллега Лена Милашина, в общем, она была первой журналисткой, которая написала про истребление геев в Чечне. So my colleague Lena Milashina, she was actually the first to write about the cleanse of gay people in Chechnya, or the extermination of gay people. Сразу же после публикации в Грозном в мечети собралось, я не помню сколько, несколько тысяч богословов и объявили новую газету врагами и объявили, что нам обязательно будет возмездие. So right after the publication, thousands of religious people gathered in the mosque of Grozny and announced that there will be repercussions against новая газета. И так как Лена много лет занимается Чечнёй, и она фактически после убийства Политковской и Эстемировой, собственно, заняла их место у нас в газете, то мы, естественно, очень опасались за её жизнь. Сняла место. So she basically took the place Политковская, Политковская Эстемирова, and so
Yeah, we actually we feared a lot for her safety. Поэтому я и моя коллега Ира Гордиенко решили тоже сделать публикацию на эту тему. So that's why me and my colleague Ира Гордиенко, that's why we also decided to make a publication on that. Ну, чтобы рассеять риски. So just to redistribute the risks. И я благодарна изданию «Медуза», которая решилась опубликовать этот текст для того, чтобы немножко, опять же, разделить риски с «Новой газетой». And I'm also very thankful to the publisher, to the platform «Медуза», who agreed to publishing that, to also disseminate the risk, so it's not just «Новая газета», but also «Медуза». Я давно и хорошо знаю ЛГБТ-сеть, которая занимается эвакуацией людей из Чечни. И я пришла к ним, объяснила, что будет еще одна публикация. So, and I know the Russian LGBT net, like one of the biggest LGBT organizations in Russia. And again, I know them, I have contacts there, so I just went to them and I said, like, look, there will be a publication on that soon. И я сказала, что я хочу встретиться с кем-то из пострадавших, естественно, с тем, кто в состоянии говорить о пережитом, потому что некоторые люди приезжали в Москву или в Петербург или в другие города в состоянии такой травмы, что они, ну, вообще не могли говорить. So, and I also said that I would be interested in talking to someone who has been affected by that, and of course only by those who were actually able and like willing to talk about that, because it's very clear that a lot of people were traumatized and like had huge trauma when they came. In Таня Винниченко, одна из лидеров ЛГБТ-сети, связалась с несколькими пострадавшими, и они отказались. So Таня Винниченко, one of the activists or workers of LGBTNet, like she contacted some of the survivors and they refused to. Вот. Ну и на второй день она перезвонила мне и сказала, что есть один парень, который хотел бы посмотреть на меня, и потом он решит, будет ли он со мной говорить. So and on the second day a call came in from her and she said like actually there is a guy who would be interested in talking to you, but first like he wants to see you, like just look at you. Ну, понятно, что они все как бы прятались на условно-конспиративных квартирах, вот. В общем, мы поехали туда, и он меня увидел, я его увидела, совершенно обычный парень, чуть старше меня, ну, примерно моего возраста. Mm-hmm. So, and, like, basically what we did, like, we met in one of those, like, conspiracy apartments, and we, yeah, we just looked at each other, and he was like, yeah, he was just a regular guy of my age, maybe. И когда он увидел меня, у него на лице отразилось большое облегчение, потому что, как я потом поняла, те люди, которые приезжали по вот этой линии ЛГБТ-сети, они ехали, они на самом деле были практически на 90% уверены, что это ловушка, которую сделали кадыровцы для того, чтобы собрать, выманить всех геев. So, when, actually, when we met and like we saw each other, I saw just that relief on his face, because and later it turned out that all the people who used that LGBTNet connection, that channel to get out, pretty much everyone, like 90% of them, that they were sure that this is a trap set up by the Kadyrov people just to how to say, to decoy people from to get out of Chechnya and to kill them. Mm-hmm. И, ну, соответственно, они сидели и ждали, когда к ним придут кадыровцы. So basically what they did, they were just sitting there and waiting until the Kadyrov people would come to them. Ну, я не похожа на кадыровца. And I don't like look like a Kadyrov person. Вот, поэтому мы сели, начали разговаривать. And that's why we just sat down and we started to talk. И мы говорили где-то 3 часа. And we talked for about 3 hours. И я, ну, как бы вполне спокойно потом дошла до редакции и села расшифровывать
Claudio. So and after that I went quite peacefully to my work office and started to decrypt the interview material. И в процессе расшифровки в какой-то момент у меня начался сердечный приступ. And at some point of that process of this script, what is it, transcribing, I got a heart attack. И у меня никогда не было проблем с сердцем, я даже не сразу поняла, что со мной происходит. And I never had any problems with my heart. Like at first, I didn't even like understood what was happening. К счастью, рядом со мной сидела моя младшая сестра. Она принесла мне валидол. У нас в редакции есть аптечка, и в общем все нормально было. Yeah, so luckily my little sister was sitting right next to me, and she brought me some heart medicine, валидол. So, yeah. И я потом пыталась анализировать, как бы в какой момент и почему, как бы. Это случилось. Я все время работаю на тяжелых темах. Я несколько раз работала на войнах, и у меня никогда не было такой реакции на материал. So after that, I started like to think and trying to analyze why actually that happened to me, because like I have been working on hard materials before. I've been like working with covering wars, and it was never like this before. Never happened to me before. И я поняла, что вот этот сердечный приступ начался даже не тогда, когда этот парень рассказывал, как ему через уши ток впускали, а тогда, когда он начал говорить, что он всегда хотел быть полезным, что он ничего не имеет против республики, что, по его мнению, геев не надо убивать. So, and, basically what I more or less understood was that it did not happen in the moment when he was talking about things, how he was electrocuted through his ears and like special thing. But at the moment when he was actually saying like I always wanted to be useful and his views on the Republic of Chechnya and и что, по его мнению, геев не надо убивать. Yes, and according to according to him, to his opinion, we should not kill gays. И я просто, ну как сказать, с одной стороны, ты теоретически знаешь, что любого человека можно вот так вот смять, да, как кусок бумаги. Но одно дело, когда ты это знаешь теоретически или из каких-то исторических книг, другое дело, когда это происходит прямо перед тобой. So, and there's the thing that you theoretically you can understand that a person can be just crushed just like a piece of paper crumbled together, but this is a totally different thing if like if this happens theoretically somewhere like in history in some like other materials, and another thing if this happens right in front of you. И я потом разговаривала с другими пострадавшими и с сотрудниками и сотрудницами ЛГБТ-сети, которые работали с ними. И они и я пришли к одному выводу, которым я хотела бы с вами поделиться. So, and then after that I was actually talking to other LGBT net workers who were also affected, who talked to the person. And in the conversation with them, we kind of came to the following conclusion. Очень часто во время интервью, и у меня в том числе, складывалось такое ощущение, что ну, люди, с которыми я говорю, человек, с которым я говорю, ну, как, не то, что оправдывается, да, как будто он все еще находится в допросной камере. So it happened quite often, and also to myself, that during the interview process, you got the impression that the person with whom you talk, that it's not that he's kind of justifying himself, but it's the impression is that he is still in this detention room being interrogated during that interview. Одна сотрудница, которая встречала их в аэропортах или на вокзалах, если они ехали поездом, рассказывала мне, что
Один молодой человек, когда сел к ней в машину, он сразу начал говорить про то, что на самом деле он не гей, и что он очень хочет жениться на чеченке, и как она думает, можно ли в Москве жениться на чеченке. So, one person told, for instance, that they picked up one gay guy, like the ones who were picking them up from the train station, or the, that in the car, this guy who just escaped, he started a conversation where he said, like, oh, actually, I'm not gay. I want to marry a woman. Do you think I can, in Moscow, do you think I can find a Chechen woman? И другие спрашивали, вы же верите, что я не гей? And others asked, like, do you believe me that I am not gay? Вот. У некоторых начиналась истерика, и они начинали кричать, что я же не виноват, что я такой. And some people also got like, hysterical or and started to scream something like it's not my fault that I'm that way that I'm gay. Ситуация как бы заключается в том, что и до этой кампании по истреблению ЛГБТ они жили под огромным давлением и под страхом смерти. And the situation is the following, that even before that extermination campaign of LGBT people, people there were always living under pressure and under death threat. И то, через что они прошли, это вот как самый страшный, самый больной, да, там кошмар твой реализуется, да, то есть как бы то, чего ты больше всего боишься, происходит с тобой. So, and actually what they have been through is that the most horrible and the most, like, больной, like, the most painful nightmare becoming into reality, the thing that we're always afraid actually happening. При этом и я, и что важнее, Елена Милашина, которая много очень лет работает по Чечне, были поражены, сколько из пострадавших в итоге захотело говорить с журналистами и захотело свидетельствовать о том, что с ними произошло. And also me and my colleague Lena Milashina, who has been working again in Chechnya for so many years, were both stunned by the fact that that after a while a lot of people actually wanted to talk to us and wanted to cover it. Лена говорила, что это очень нетипичная ситуация для Чечни, потому что, как правило, люди не хотят говорить с журналистами, или, ну, то есть, как правило, люди, которые подвергаются, на самом деле, гораздо меньшим рискам и угрозам, боятся журналистов. Она была поражена, почему она задавала, ну, то есть она спрашивала, почему, как ты думаешь, это так происходит. And this is a very atypical situation because people from Chechnya usually do not want to talk to journalists, and I think there was something I missed. И Лена, ну как бы говорила, что у неё первый раз такое в практике, она спрашивала, как ты думаешь, почему такое происходит? And Лена, again, who has been working for a long time at that, she was actually asking the other Лена, like, why do you think is it that way? Because this is the first time happening to me for all those years. И мы в итоге, обсуждая ситуацию, пришли к выводу, что, возможно, как бы, если человеку, как бы, если человек находится в действительно безысходной ситуации и ему по-настоящему нечего терять, то какие-то страхи просто исчезают или становятся меньше. So, we discussed that, and we kind of came to the conclusion that maybe it's because when a person is in that hopeless, in that hopeless situation, that those fears that they kind of disappear. И, ну, конечно, я, ну, глубоко поражена храбростью всех людей, которые с нами встречались и разговаривали, потому что я не представляю, сколько нужно внутренних сил, чтобы говорить о том, что с тобой произошло, при том, что то, что ты как бы открываешь рот и говоришь, это реально ставит
увеличивает и без того огромные риски для твоей жизни, увеличивает риски для твоей семьи, и как бы это реальные риски, это как бы не то, что что-то может случиться, нет, может случиться как бы то, что их убьют. So, and I was deeply, stunned by the people, by the openness of that, of those people, because I cannot imagine how hard it is to talk about it, also in terms that you increase your risks, like about your risk and the risk of your family, and not just risk of anything happening, but like something like yeah, well, you can be killed, and this is very definite. I hope like the translation. Okay. Mm-hmm. И я, естественно, спрашиваю этих людей, как бы, почему, то есть зачем они со мной говорят. И некоторые из них формулировали, ну, некоторые из них говорили, что они, в принципе, как бы хотят говорить, потому что они не могут одни находиться внутри того, что с ними произошло. Но некоторые из них говорили, что окей, с нами случилось самое страшное, но мы не хотим, чтобы это случилось с кем-нибудь еще, и мы не хотим, чтобы это как бы то, что произошло, осталось в тени. And we also ask people why, like, why are they speaking, why are they talking to us? And some people said because well, they don't want to be alone with that thing that happened to them, and others say that they, after experiencing the most horrible thing, they don't want to happen this to other people. And then they didn't want this everything that happened to be invisible, to remain invisible. И потом я еще узнала, когда уже мы сопоставляли свидетельства людей между собой, я узнала, что до какого-то момента, может быть, первые две недели вот эта вот волна задержания и уничтожения катилась без всяких препятствий, то есть люди просто исчезали, и никто об этом не знал. And when later we started to compare what different the facts that different people gave to us, we realized that during the first 2 weeks actually no one knew of what was happening and the people were and that the people were detained. И потом один из ребят, которых отпустили, и которого не убили родственники, да, вместо того, чтобы залечь на дно и исчезнуть, он сфотографировал свое искалеченное тело со всех сторон и кинул в мессенджеры, в каналы мессенджеров, в которых общались между собой чеченские ЛГБТ, и сказал: вот что случилось со мной, нас убивают, прячьтесь, бегите. But then it happened that one of the people that were tortured, instead of just hiding and keeping silent, he made photographs of his injured body and sent these pictures to this channel or the messenger where many gay men from Chechnya were communicated, and he wrote, "See what happened to me, and that is what is going on, and that could it может случиться." Ну, что нас убивают, прячьтесь, бегите. We are being killed, and please run away and hide if you can. При этом те чеченцы, с которыми я разговаривала, они говорят, что до всех этих событий нельзя сказать, что в Чечне было ЛГБТ-сообщество как сообщество, то есть все были сами по себе и в основном держались внутри очень маленьких групп, не было проявлений солидарности. And later, when I talked to people, they told me that before all these unhappy events, there were basically no LGBT community as a community in Chechnya. I mean, in the sense that people were communicating in smaller groups, and they didn't really show any kind of solidarity between each other. Но перед угрозой смерти, как бы, люди проявили как бы беспримерную солидарность, и, ну, на самом деле, я видела, как они уже, как бы,
оказавшись там в Москве или в других городах, как они заботились друг о друге, как они друг друга поддерживали. То есть, ну, я не знаю, я восхищена этими людьми абсолютно, и мне кажется, как бы мы все можем взять их поведение себе в пример, как бы. Yes, and in the face of death, these people showed unprecedented solidarity. And when they managed to run away, they supported each other in other cities. And I'm really very inspired by these people. And I think that we all should take them as an example of solidarity.